Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам, как создать свой сервер в Minecraft Pocket Edition. Но если вы создадите сервер, то вы в него сможете поиграть только с друзьями по одному Wi-Fi. В следующем выпуске я расскажу вам, как создать сервер, играя на далеком расстоянии с друзьями, на своем сервере. Что ж, переходим во вкладку опции сервера, и здесь первая вкладка — это порт. Здесь я вам не рекомендую ничего менять, так как сервер может не работать. Так, дальше идет ни о чем. Ну, теперь все хотят изменить название сервера. Изменение названия сервера происходит здесь. Чтобы ваш сервер, название сервера стало цветным, вы должны перед названием сервера поставить значок параграфа и выбрать цифру, которая означает определенный цвет, после чего ваше название сервера станет цветным. Так, дальше у нас идет включение ачивок игроков или выключение. Дальше идет гейммод. Какой будет у вас гейммод? Креатив, выживание, приключение или спектр. А дальше вы можете включить или выключить хардкод. Также можете выключить, включить PvP. И есть включение fly в режиме выживания или отключение. Это сложность, это максимально игроков. Вы можете поставить сколько хотите, но столько игроков у вас все равно не будет. Потому что это всего лишь локальная сеть. Дальше есть дополнительные настройки, где вы можете настроить мощность сервера, то есть выбрать, сколько вы дадите им памяти. Если вы дадите много памяти, это будет хорошо для друзей, то есть у них не будет тормозить. Но у вас, возможно, будет подлагивание. И это дистанция видимости. Лучше здесь ставить на минимум, так как будет меньше лагов и проседания FPS. Что ж, после того, как вы настроили сервер, у многих возникает вопрос – как скачать плагин? Для плагин здесь отдельная функция, то есть отдельная, так сказать, кнопочка, где вы можете скачать и напрямую установить плагины. Ну и второй вопрос возникает, как дать себе оп. Для этого вы должны перейти сюда и сначала включить сервер, после чего уже писать определенную команду. Включили сервер, переходите сюда, в консоль разработчика, и пишите оп и название своего персонажа. В данный момент у меня будет Диман. И нажимаете Enter, после чего вам будет написано, что ваш игрок стал оператором. Но сейчас я уже оператор, поэтому мне ничего не напишут. Но у вас все должно работать. Так что скачивайте, оценивайте это сами, эту программу. Вот. Ну, ссылку на программу я вам оставлю. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.